Ну чё, новый автомобиль у меня, вот это прикольно, пятнашка, такого синего цвета, кайфового. Блин, 35 тысяч рублей, офигеть, это самая лучшая тачка за 35 тысяч рублей, как мне кажется. Вообще, есть мафа, ну, соответственно, ошибки, как, куда без них. Вот. Ничего, огонь, едем. Ну все, я дома, на базе. Вот оно самое ужасное и печальное. Это ржа по кузову. Ну ничего, все это делается, ремонтируется. Но тут такой косячок. Тут по всему кругу, короче говоря. Все это надо сделать. Прям руки чешутся начать. Цвет меня больше всего радует. Офигенный цвет просто. Почему вот такие все не покупали? И номера 080, прикольно. Так, ну что? Это не та машина. Вот та. Так что, было у меня 56 косарей, осталось 21. Чё, начинаем ее восстановление? Сейчас приду и будем пробовать что-нибудь с ней делать, если у меня ее сегодня же не заберут до 6. Давай. Красавчик, повыше давай. Да, давай. Ну а ты можешь, если у них интернет-магазин. И тут вон какой байк стоит. Так, ну что, давай, закидывай. Ну вот разорви чуть-чуть. Все, хорош. Давай, и закидывать будем. Давай. Так. Бля, вид имеет. Чему тебя учила улица, блядь? Сезам. Так. Уже да как будто не его. Уже старый, все. Я думаю, так не получится. У тебя кочерга сейчас упрется. Ой, все, больше не будет. Все, Серег. Чинг-чинг-чинг. Чё, летом? Алло, да. Давай. У меня уже нет, ничего не спасёт сегодня. Да хорош. Как-нибудь вот так. Ага. Нет. Телефон-то бери. Давай сниму. Давай. Ну что, зря платишь, что ли? Едой-то? Да. Нет, ставлю. О, Рома. Не, ну побольше. Ну ты сказал 3x3, но там ее не было. Вот так вот. Да, Рома, блядь. Взрослый тоже хуйней занимается. Я причем специально побольше сделал. 3.5 на 3.5. Да? Нет, ну тут сантиметров 5. Надо было вообще вот так. Ну а вторую сделаем. Ну так. Вторую, да. Сел. Давай, вставай, точнее. Садись, давай. Так, что, Серег, вон там? Уже у нас четверг. Получается 11 число. И сейчас должен человек приехать вон за тем прекрасным колесиком.
Вот. Еще плюс штукарь будет в нашу копилочку. Неплохо, скажу я вам, так что сейчас отдаем. Если приедет, конечно, а то бывает, как обычно договариваешься, люди не приезжают, гандоны. Ну, это ладно, опустим. И еще также у нас вот такой комплект летней резины на дисках. Причем, посмотрите, какая. Кайф, прикольно. И резина вроде ничего такая. Пойдет, походит. Один другой рисунок, остальные вроде все нормально. Вот этот вообще жирнючий протектор прям. Просто бомба. За штукарь? Че, плохо что-то? Так, ну че, вот в таком виде у нас сейчас тачка. Сейчас я вам все покажу. Мы все сделали. С другом стекломат положили. Сейчас еще буду некоторые дырочки доделывать. Вот так вот. И тут вон такая ерунда. Ну, как бы, первый раз, ничего, это надо все отрезать и доделывать. Тут у нас все хорошо получилось. Неплохо, спасли крылышко тут, потому что раз, два, три дырки было уже таких, достаточно больших. Дверь эту сейчас еще тоже буду проклеивать. С той стороны то же самое. А вот это крыло у нас идет в переварку. Будем переваривать крылышко. Тут мы отстучали, тут у нас было все замято вот так. Потому что чувак въехал в какую-то ерунду. Нужен задний левый фонарь. Все. Че? Сейчас разводим стекломат. Ой, господи, смолу. И будем клеить стеклолакно. Я уже это отрезал. Все еще дорежу. И будем делать. В принципе, работа понятна. Начинаем. В общем-то, пока пятнашечка сохнет. Вот она стоит, моя красавица. Вот. Мы сейчас что берем? Собираем керхер и моем фарда. Так что, всем приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится. И пятнашка еще делается примерно вот в таком она сейчас состоянии. Жду, когда мне друг скажет, когда сможет отправить на переварку арки. И потихоньку тут все залеплено, все дырочки. Все сделано. А, вот тут еще я не доделал. Сейчас буду доделывать. Короче говоря, друг мой работает. У него график 4.2, поэтому все чуть-чуть затянулось. Да и мне, честно говоря, было не до этого. Хотелось отдохнуть, домашние дела поделать. Вот. Че, по итогу. Мы ее всю разобрали, подготовили. Уже сделали. Я уже много раз это показывал. Вот. Сегодня смонтирую ролик и выпущу в таком виде. Потому что, ну, не успеваю я все делать сразу. Смонтирую, выпущу, а потом по итогу уже покажу, что у нас получится, когда уже ее будем продавать или продадим. Уже конечный результат, который остается только нам все зачистить, вот эту хрень переварить, потому что еще пока тоже человек занят. Вот тут у нас все, оно прям вот такое вот, прям твердое, ну оно прям очень плотное получилось. Тут то же самое, тут такая дырка была огромная, вот прям фиговин, тут была дырка, тут арки практически уже не было, надо было ее как-то спасать. Все сделали стекловолокном. Тут еще разбирать и разбирать. И с этой стороны тоже вот эта хрень, она вообще вся была, ну тут дыра была, и тут еще тоже вот образовалась маленькая дырочка. Так что будем все это доделывать. Вот, и самое жесткое, что я вчера сделал, это вот эту арку, видите, как вылепил, кое-как, называется, ну, шпакля ляжет, кое-как заделаем, а потом, вон, видите, там прищепулечки, все это держится на прищепках, держалось вчера, тут вот так, как не к чему было крепиться, кое-как сделал, вот, и также в багажнике вот тут вот дырка была. Вот тут она, дырка была. Потом я вам ее покажу, наверное, сейчас. Не видно. На просвет туда не пойдет. Я думаю, да, не видно будет. Ну, короче, знаете, вот тут тоже была дырка, вот такая где-то внизу. Все. А пора, самое главное, вывозить металлолом, который у меня скопился, радиатор, всякое барахло. Ну и, соответственно, мусор.
куда же без него. Блин, за 35 тысяч, вот не перестаю удивляться, все-таки нормальная живая машина. Пятнашечек. Вот так вот едем, чилим. Ну а чё бы и нет. Там вам телефон промахнул. Вот, сейчас вывезем вот этот весь металлолом, вот этот весь мусор, который еще и в багажнике. И сегодня вроде как дружище собирается со мной это все делать. Шлифанем, дошпаклюем. Ура, 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 ура. Я прям, честно говоря, очень рад, потому что, блин, нравится вся эта тема. Очень прикольно. Когда что-то новое, и это что-то новое тебе нравится, это в кайф, это прям супер круто. Ну, вдруг кто не верил, что у меня полный багажник мусора. Вот вам багажник мусора. Так как... Вон там еще мусор. Так как живем в своем доме, постоянно есть куча мусора. Вот так вот полетел. И еще один. Опа, че? Можно подкачаться. Далее. Вот так вот в своем доме жить. Всякий хлам нужно вывозить постоянно. Так, ну что, наконец-то задний ряд свободен. Вон металлоприемочка, там сдали все. Бабки получили, 1200 рублей, 60 килограмм у меня всего вышло. Неплохо. Да почему, нормально все, давай. Да, зря. Ну, процесс пошел. Вот это крыло жесть. Тот момент, как правильно менять лобовое стекло. А то там резинку выдавливать, еще что-то. Вот, пожалуйста, раз, выдавили. Ой, чуть не упала. Так, еще 5 сек пройду. Здравствуйте, здравствуйте. Это такая, знаешь, монотонная тупая работа. Ты еще должен сказать, вообще-то алкоголь вредит вашему здоровью. Да. И пейте всегда, когда делаете такое. Так, ну что, едем без лобаша вообще, без зеркал. Вообще красота. Ю-ху! Все кто-то охреневает вообще конкретно. Так, помните, я говорил то, что мы тут делаем. Вот уже вот так вот получилось. Сейчас это осталось... Все дело вышкурить. Тут уже вышкурили. Вообще, красота прям. Булочка. И самое геморное это было вот это заднее левое крыло. Смотрите, какую красоту нам сделали. 3000 рублей минус. Остается 15к. Но я думаю, она уже стала дороже. Ее привести сейчас больше вид. Чуть-чуть. И вообще красота. Ну прям вот это крыло спасли, получается. Супер. Супер-супер, прямо вообще.